специально для подписчиков канала «Зал суда». Ежедневная юридическая разминка. Сам себе адвокат. Сначала вернемся к вопросу вчерашней разминки. На какой вид доходов физических лиц устанавливается налоговая ставка в размере 35%? Правильный ответ. На выигрыши, выплачиваемые организаторами лотереи и тотализаторов. Поздравляем всех, кто проголосовал за правильный ответ. Внимание, вопрос. В каком случае банк может не реагировать на обращение клиента? Если не указан адрес, куда направить ответ? Если клиент объявлен банкротом. Если клиент объявлен в розыск. Голосуйте в сообществе, обсуждайте в комментариях, узнайте результаты голосования и правильный ответ завтра на канале «Зал суда».